Сегодня стало известно, что одна из самых успешных в истории кинотрилогии, оказавшая большое влияние на развитие и кино, и реальности, возвращается. Кинокомпания Warner Bros. Объявила, что уже через несколько месяцев начнутся съемки четвертой части «Матрицы», которая два десятка лет назад собрала в мировом прокате больше $1,5 миллиарда долларов. Над сиквелом будет работать та же съемочная группа. В роли Нео вновь появится Киану Ривз. Роль Тринити исполнит Кэрри Энн Мосс, а режиссером, сценаристом и продюсером картины выступит Лана Вачовски. Но изменение разве что в том, что 20 лет назад первую «Матрицу» создавали братья Вачовски, а теперь они сменили пол и стали сестрами. По словам Ланы Вачовски, она решила вернуться к прославившей ее киноэпопее, поскольку многие из идей о цифровой реальности, о которых в «Матрице» рассказывалось 20 лет назад, сегодня стали даже более актуальными.